Наталья Петрашова из Абакана спрашивает, когда администрация облагородит территорию по адресу Крылова, 81. На прилегающем участке по улице Некрасова строители давно закончили ремонт и озеленение, но до соседней территории так и не добрались. Главный архитектор Абакана Светлана Крылова рассказала, что обустраивать территорию возле 81-го дома по улице Крылова должны сами жильцы. Мэрия предлагает собственникам квартир поучаствовать в программе «Комфортная городская среда» и обустроить территорию вокруг своего дома за федеральные деньги. Всю необходимую информацию, а также перечень документов для участия можно найти на сайте администрации Абакана.